Приветствую вас на канале Хастамания на 600. Вот еще одно чудо, которое я побоялась, каких-то заморозков, замокания. И буквально недели 3-4 назад забрала домой. Маус метаморфозис. Довольно-таки дорогая мышечка. В прошлом году я ее заказывала, стоила она 30 евро. В этом году она гораздо дешевле, 24, то есть, ну, практически на 20% она стала дешевле. И вы знаете, я не успела вам снять, какой у нее был цвет. Сейчас я вставлю вам фотографии, да, вот сейчас. Это фото, которое я взяла на сайте для того, чтобы вам показать вот этот вот мимолетный красивый цвет. Да, она была кремовой, она была светлой, но она очень-очень быстро сменила свой окрас. Поэтому я думаю, что из-за того, что она не в естественных условиях, солнечного освещения было очень мало, она у меня под лампами стояла. Поэтому я буду с нетерпением ждать выхода еще двоих саженцев у себя на даче, для того, чтобы понаблюдать, насколько долго она будет сохранять вот тот вот красивый кремово-желтый окрас, с которым она вышла. По поводу, ну, знаете, по поводу того, в восторге я или нет, да, пока она была светленькая, это длилось буквально дней 5, то, ну, было очень-очень интересно. Сейчас она похожа просто на обычную зеленую мышечку с плотным листом. Ну, как видите, вот такой вот у нее даже зеленый цвет, такой немножко ненасыщенный, потому что все-таки я думаю, что не хватает ей освещения. Плотненько вот так вот вышла за 3-4 недели на домашних условиях. Успела сменить свой наряд на более такой вот зеленый. Ну, ребятки, не знаю. Красивая в светлом окрасе, обычная в зеленом окрасе. Посмотрим. Вот и начинается весна, знаете, начинается сезон, и ты... Я уже вот один раз была. Приезжаешь, начинаешь ковырять, искать эти носички. Буду с нетерпением ждать, как она выйдет у меня на даче. И обязательно постараюсь показать вам вот тот вот натуральный цвет, с которым она выходит и который она очень-очень быстро меняет. Я прощаюсь с вами. До новых встреч на моем канале.